Герои Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда войска гитлеровской Германии вступили на территорию Советского Союза. Она длилась долгих 4 года. За это время были разрушены тысячи сел, сотни городов, погибло 27 миллионов советских граждан. Война не обошла ни одной семьи. В каждой кто-то погиб или пропал без вести. Многие лишились родного дома. Через тяжелейшие испытания пришлось пройти не только бойцам-фронтовикам. Люди умирали в тылу от бомбежек, голода, болезней, непосильного труда. Война – это самое страшное, что можно представить. И все же так велика сила человеческого духа, что, несмотря на кровь и боль, и здесь находится место доброте, состраданию, самопожертвованию и настоящему подвигу. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро, писал Алексей Толстой в рассказе «Русский характер». И как не гордиться своим народом, когда у миллионов людей это ядро оказалось железным. Миллионы обычных граждан показали себя настоящими героями. Александр Матросов, Алексей Моресьев, Зоя Космодемьянская, Алия Молдогулова. Их имена навсегда вошли в историю. Но нельзя забывать о тех, кто погиб в первом же бою, не успев выпустить ни одной пули. Совсем юные, вчерашние школьники и студенты, они шли на фронт, чтобы сражаться с фашистами. Их сердца горели жаждой защитить свою родину. И те, кто заботился о раненых, трудился в тылу, кто пережил плен, страшные 872 дня блокады Ленинграда. Все они проявили подлинный героизм, фантастическую отвагу и стойкость. В такие минуты короткого фронтового затишья были созданы замечательные стихи, положенные на музыку и ставшие знаменитыми песнями, которые вы знаете наверняка. «В землянке» Алексея Суркова, «Давай закурим» Ильи Френкеля. Писатели, поэты и во время войны не прекращали трудиться. Кто-то работал военным корреспондентом, как Андрей Платонов, Константин Смирнов, Михаил Шолохов и Константин Паустовский. Кто-то провел долгие зимние месяцы в голодном осажденном Ленинграде, как Алексей Еремеев, писавший под псевдонимом Пантелеев. Кто-то служил на передовой, как Радий Погодин. Они, видевшие войну своими глазами, оставили рассказы и повести, которые помогают нам сохранить память обо всех великих и малых героях войны. Напоминают, что подвиг солдата – это ежедневный труд, ежедневная победа над собой, над своими страхами, ради своих близких, ради своей земли и своего народа. Это потом. О героях Великой Отечественной войны станут рассказывать в школах. Их личные вещи попадут в музеи, а их именами назовут улицы. Тогда же никто из них не считал себя героем. Это были просто люди, такие же, как мы с вами. Читая рассказы о войне, невольно спрашиваешь себя: «А я бы смог так?» И, по правде говоря, ответить на этот вопрос не так-то просто. Давайте же надеяться, что нам не придется этого узнать. А еще, что если нам выпадет честь защищать свою родину, мы не струсим и пойдем до конца, как герои рассказов, как настоящие герои Великой Отечественной войны.